Никто не может сказать точно, как эта нежная борзая стала бездомной. Ее нашли едва живой на улице со сломанной лапой. Но очень скоро ее спасителям стало ясно, для кого она так отчаянно цеплялась за жизнь. Ветеринар Элен Сабри встретилась с собакой в субботу. Ее подруга Лин нашла ее на мусорной свалке у рынка в Вере, Испания. Вера, как теперь зовут собаку, была страшно худая, и у нее была сломана лапа. Эллен заметила, что у веры из сосков выделялось молоко верный признак недавних родов. Эллен и Лин хотели попытаться найти и спасти щенков, но где они могли быть? После обработки лапы веры они вернулись на то место, где она была спасена, и началось приключение. Вера уводила их все дальше и дальше. И все продолжало путь. Мы следовали за ней более трех километров до пригорода, написала Эллен. Вера направила их к разбитому автомобилю у заброшенного дома. В багажнике этого автомобиля и были малыши Веры. «Десять крошечных жизней, ждущих маму», — написала Эллен. И их мама не обманула ожиданий своих детей. «Я не могла поверить своим глазам», — говорит Эллен Сабри. «Собака нас совершенно не знала. Мы познакомились всего час назад. Просто необыкновенно, что она решила довериться нам и показать место, где спрятала своих детей». Вера и ее щенки вернулись в клинику Эллен, чтобы выздоравливать вместе. Они останутся вместе до тех пор, пока каждому не найдется семья. Но у их истории уже есть счастливое окончание, пишет Эллен. Теперь они в безопасности.